Всем привет! Не стал сразу записывать видео, так как знал, что будет еще выпущено как минимум одно исправление. А почему, скажу я позже. Перейдем к обновлению Unturned 3.22.1.0. Зима приезжает в Германию, и поэтому добавили зимнюю версию Германия. Не знаю, почему по традиции не оставили зимнюю версию карты Russia, или может быть я ее просто не заметил. Но на самом деле ничего не изменилось, просто зимняя версия карты, там снеговики, елочки, снег везде. Да и сама карта мне не очень нравилась, потому что места много, как минимум 70 человек нужно, чтобы на ней более-менее комфортно играть. Да и FPS проседает в городах до 45, а в самом Берлине до 30. Конечно, нету смысла жаловаться на оптимизацию, потому что во всем виновата моя затычка-карточка, которой уже несколько лет, поэтому ее давно уже пора обновить. Ну и пока я тэпаюсь, я расскажу, из-за чего было исправление выпущено. Обновился сам Unity движок, и поэтому появилось несколько багов. А вместе с этими пофиксили баг, когда из машины выходишь и оказываешься под текстурами. Также исправили проблему дубликатов папок сервера. Также немного переработали карту Бункер Арена, потому что было несколько багов, связанные с этой картой, и остальное все это косметическое. Всякие вещи, выпущенные сообществом, не знаю, кто их особо покупает. Более-менее из них выглядит нормально, это молот, шапка оленя и костюм эскимоса. Также после того, как вы чуть-чуть поиграете в Unturned, вам дадут кейс, который можно бесплатно открыть. После того, как вы крутанули, вам добавится, соответственно, вещь, которая выпадет. Мне выпала какая-то хрень, какой-то красный нос. На площадке торговой он стоит примерно 3 рубля. Но это лучше, чем ничего. Ну и последнее, что, по моему мнению, важное добавили в этой игре, это типы состояния NPC. Судя по названию флага и таймера, это, наверное, будет состояние днем и ночью. Ну и по традиции в конце выскажу свое мнение. Эти последние обновления как-то не особо радуют, да, они в общем очень мизерны. То ли Нельсон занят версией 4.0, то ли он просто устал. Как мы помним, 3 обновления назад он обещал что-то крутое, какие-то крутые добавления и много их на декабрь и январь. Ну, будем ждать, потому что наступила только середина декабря, и как минимум еще будет 2 обновления, и впереди еще январь месяц. Ну что ж, пора просмотреть новый девлог. С вами был Эстерн, спасибо за просмотр, ставь снеговика, если понравилось видео. Пока! December.